Выносливость – свойство людей с характером. То же самое можно сказать и об автомобилях. Сегодня на трассе Moscow Raceway в 4-часовой гонке Russian Endurance Challenge соревнуются десяток автомобилей. На этот раз это всего два класса – GT и спорт-прототипы. На старт вышли такие автомобили, как Mercedes AMG GT3, Porsche Cayman GT4 Club Sport, автомобили российского проекта Shortcut, внешне повторяющих легендарный Lotus 7, а также спорт-прототип Феникс. Феникс команды FDR Moscow. Это единственный случай, когда в Endurance Series коллектив принимает участие на автомобиле своей разработки. Именно поэтому он требует столько времени и усилий. Увы, из-за технических проблем спорт-прототип студентов МАДИ включился в гонку с опозданием, проехал 5 кругов и снова вернулся в боксы. В системе охлаждения вестгейта, который сбрасывает избыточное давление, в системе образовалась стечь, и жидкость, охлаждающая всего мотора, начинает... Там ослабла резьба, потому что это алюминиевая деталь. Завершали соревнования пилоты уже в сумерках. Победу в классе GT, а также в общем зачете одержала команда Capital Racing Team. Автомобиль Mercedes GT3 под управлением Дениса Ременяка и пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталия Петрова прошел 131 круг. Жалко, что нету соперников, с которыми можно было бы посоревноваться, построить хоть какую-нибудь интригу. Поэтому использовали сегодняшнюю гонку просто как тренировку. В спорт-прототипах первой пришла команда Crazy Idea Motorsport. Любителей гонок на выносливость ждет еще один марафон рек, который состоится 22 сентября в Казани.